хостел находится в 50 метрах от аэропорта. Так что завтра мы быстренько туда дойдем и улетим. Ну вот, друзья, мы покидаем славный город Иркутск. Уже в аэропорту. 63 минуты, вообще здорово. А что, сейчас 5 утра. В 7 часов у нас вылет. Все, увидимся в Новосибе. Ну что, друзья, прибыли в Новосибирск. Только 3 недели назад, только теперь в другую сторону едем. Рейс задержали из Иркутска на 2 часа. Плюс 6 новосибирским, 11 утра. А в город сейчас поедем вот на ком экспрессе. В прошлый раз мы ездили на маршрутке, не очень понравилось. Сейчас будем на экспрессе, цена одинаковая, но думаю, комфорт побольше. Все, поехали. А как багажник делать? Ну все, приехали на вокзал. Ну, кстати, да, на этом автобусе гораздо лучше было ехать, чем на маршрутке газельке. Так, сейчас идем на вокзал за магнитиком, потому что в прошлый раз мы его не купили. И в шавуху. И погуляем. Итак, друзья, собственно, едим шаверму новосибирскую. Вот так она выглядит, уже остатки. Увлекся едой, забыл снять. Весьма себе неплохая, но в закусить была вкуснее, более сочнее. Так что вот. Новосибирск мы гуляли еще в прошлый раз, поэтому в этот раз мы решили прокатиться на кораблике по Оби. Вот на этом бросался, сейчас помчим. Часовая прогулка стоит 300 рублей. Катались на кораблике. Все, Новосибирск пробит полностью. Ну что могу сказать, вид. Так всем, как по Неве вдоль Рыбацкого прокатиться. То же самое. Вот так вот, так ничего делать можно. Набережная в Новосибирске с аттракционами, с этими, и с как-то. Короче, набережная в Новосибирске с этим парком культуры и отдыха, с аттракционами, очень напоминает Ереван. Такое же все ушатанное и убитое. Очень похоже. Ну, что-то вот делают, вот, ремонт ведется. А так же такое же. Снова, как и 3 недели назад, идем ячменный солод, блин, отведать томского бархатного крюгера. В прошлый раз я облил себе все портки, надеюсь, в этот раз будет без казусов. Литр пива стоит 90 чем-то рублей. Сейчас расскажем и покажем. Ну что, друзья, собственно, взяли. Ой. Опять через жопу здесь у меня. В общем, короче, взяли литр крюгера бархатного. Стоит литр пива 96 рублей. Гренок взяли. И 2 стакана. Мои там валяются. В общем, пластик тоже в цене. И все вот это вот нам обошлось 176 рублей. Это такой типа магазин. Там наливают, там продают. Ну и также здесь как пивнуха сделана. Такое простое заведение. Пиво вкусное, дешевое. Всем советую. Ну вот, душевно посидели. Выпили по литрушке пива Крюгера, темного бархатного, томского. Хорошо быть ты мечом. Ну что, по новосибирской традиции мы пошли пельмен. Есть пельмени.
Ну и по классике. Уральские пельмени. Очень вкусные. Всем советуем. Ну все, покушали пельменей. И сейчас поедем в аэропорт. В общем-то, все деньги спустили. Остались деньги только на маршрутку. Вот так вот. Пельмени вкусные. Вообще огонь. Порция стоит 155 рублей. Достойные пельмени. 300 грамм. Вообще огонь. Ну что еще вам сказать про Новосибирск? Город вообще ни о чем. Шапка. Реально шапка. Один большой спальный район. Как бы 1,5 миллиона населения, а дело здесь вообще ничего. Город совершенно не туристический. Ну и все. А, во. Сейчас буду есть смолу байкальскую. Жевать. Так что вот. Все. Едем в аэропорт на экспрессе. Ну что, друзья, вот мы прилетели в Петербург, Пулково, даже забрали багаж. Все было очень круто, все было очень хорошо, очень понравилось. Так что, если соберетесь на Байкал, смотрите видяшки, задавайте вопросы, на все отвечу, всем, чем смогу, помогу. А так, все, путешествуйте, не сидите дома. Все, всем пока.